Ну что же, пора заниматься серьезными делами. Пора взламывать товарищей, которые, мне кажется, немножко напрашиваются на то, чтобы быть взломанными. $1500 на счету, 21 хит. Мне кажется, меня обнаружить в принципе больше невозможно в этой игре, не знаю. Steam, да? Ограбление в Steam. Погнали. Прочитайте файл Steam Services XML. Погнали. Так, что-то здесь мне еще нужно, потому что у меня здесь огромное количество всякого мусора. Эти два нам, видимо, все еще понадобятся в дальнейшем расследовании Serpent Nexus. Наверное. Так, определите уязвимость в хостах. OpenVAS. Что это? Хотел бы я знать. Видимо, сейчас будем разбираться. Так. OpenVASHost.com. Ну, у нас, как они, Steam? Я не знаю, как называется Steam. Steam Community. У нас есть SteamPower.com. У нас есть Steam Community, Steam Aesthetic, Exchange, Gaming Profile. Ну, нам, наверное, нужен сам сайт основной. Чисто предполагаю. Либо мне надо просто найти какой-то вход. Любой из доступных. Нет уязвимости, да? Хорошо, давай попробуем залезть в комьюнити. Мне почему-то кажется, что сработает этот MyStatic. Или прав профиль. Попробую сразу профиль. Больше вроде как здесь ничего нет. Удивительным. Попал с последнего раза, видимо. Если вообще, то вбиваю. Metahost Discover the World of Gaming and Entertainment on Steam. Такого нет. Security, Steam Partner Data XML. Но мне нужны только те, которые .com. Я, по-моему, все уже... А, вот есть еще Steam Exchange. А, ну, наверное, кстати, вот он и будет, потому что нам же нужно открыть все игры в Steam бесплатно, чтобы их можно было скачивать. Подожди, Steam Exchange — это что? Торговая площадка? Не уверен. Так, отлично. Скачайте файл метаданных сервера уязвимостью в get URL name. URL name. Так, я немного забыл, как это делать. У нас тут есть... Вот так. Файл не найден. Подожди, Steam Exchange. Мне нужен, наверное... Подожди, URL name. Вот это? Это же файл. И это путь к файлу на сервере. Почему опять играет этот трек? Я же покупал новые треки вроде, где они? Требуем ранг 10. У нас только следующий будет. Так, а еще тут что у нас? Декорация — это обои. Ля, какое тут. Кстати, максимально ранг 10, мы почти его достигли. Че, концовка, что ли, близко где-то? Так, файлы есть. Прочитайте метаданные, определите скрытый бэкдор. Метаданные. Так, XML. Скачать скрытую уязвимость. Найдите точку входа в систему. Скрытая уязвимость. Вот это. Steam Powered Server Team Backdoor. Чисто предполагаю. И потом еще нужно будет найти nmap. Ну тут, где тут есть сервер. Тут, смотри, значит, надо скачать вот этот файл. Загрузить его на вот этот айпишник. Так, и бэкдор у меня появился. Ну-ка. Загрузить файл с именем Steam Backdoor CPP. Да, команд upload, собственно, это я сделал. Поэтому мы берем вот этот айпишник. Я, правда, не знаю, мы к нему подключаемся, наверное, для начала. Точка входа есть. Надеюсь, что... Единственное, да, я теперь не проверяю, есть ли у меня... Эти... Ну, есть ли вообще, в принципе, у меня возможность взламывать вот этими протоколами. Но я просто буду пробовать, скорее всего... 99 из 100 будет работать. Угу. Поэтому заходим и сразу же загружаем Steam Backdoor CPP. Это у нас файлы CPP. Оно. Такая простенькая задача. Там, по-моему, за нее даже платят сколько? $50-$100 всего лишь.
Я сделал. В Steam Backdoor CPP был загружен. Или что-то еще нужно сделать? Метадата, пам-пам-пам, Steam Backdoor CPP, ну все правильно. Нет. Вот теперь он здесь есть. Что я не сделал, я не понимаю. А, ну все. Странно. 30 всего лишь. Архив появился. Архив Пентагона. Архив представляет инновационные методы доступа к скрытой и конфиденциальной информации о людях. Многие люди, с которыми вы сталкивались, с которыми сталкиваетесь в настоящее время или столкнетесь в будущем, могут обладать скрытой информацией в архиве. Используйте этот ресурс для получения дополнительной информации. Так. Рассекреченное преследование. Погрузитесь в зашифрованные глубины секретных архивов Пентагона, чтобы раскрыть важную информацию о загадочной сущности, известной как Serpent Nexus. Открываем архив, ищем там Эдварда Оливера. Недавняя операция Operation Sentinel Watch выявила нарушение безопасности. We might need to engage in a prolonged cat and mouse game until we uncover their end goal. Эдвард Оливер, известный как Ghost Walker, перехватил секретные коммуникации, выявив возможное сотрудничество между сенаторами и Serpent Nexus, что вызвало опасения о нарушениях национальной безопасности. После извлечения данных, Ghost Walker был в засаде у себя дома неизвестными нападавшими, перевод гениальный, связанными с Serpent Nexus. Несмотря на нападение, конкретных доказательств найдено не было, что указывает на хорошо выполненную очистку. Прекрасно, скачиваем. Так, но смотри, у нас появилось по факту что? Поиск дополнительной информации о связанных целях. У нас тут есть Ghost Walker. Я вот не знаю, то есть я могу здесь, наверное, искать только людей. Ghost Walker успешно проник через непробиваемые брандмауры известной корпорации Serpent Nexus, раскрывая ее скрытые слои. Вовлечение Ghost Walker в определенные дела с Джордж Уизли, псевдоним Патрик Бейл, отмеченное обсуждением неизвестной сделки. Сделка сорвалась, что привело к организованной атаке на Ghost Walker, ключевую фигуру в последних событиях. Расследование предполагает, что Ghost Walker раскрыл тайны операции Serpent Nexus, обнаружив обманчивый фасад и возможную связь с другой компанией под названием Company Overwatch. Overwatch? Так, я так понимаю, что нам нужно прохарвестить Патрика Бейла? Подожди, а Джордж Уизли же был... Он же был в деле в одном из... Или это другой Джордж Уизли? Что за херня? Присоединяйтесь ко мне завтра, у меня дома для яркого празднования дня рождения. Давайте создадим воспоминания, поделимся смехом, отмечая еще один год радости и дружбы. Торжества начинаются утром, продолжаются до вечера. Приходите, готовые насладиться вкусной едой, отличной музыкой и фантастической компанией. С нетерпением жду встречи со всеми вами там. Ну, не повезло. Что я все нашел. У меня уже есть эксплойт. It's protected by a firewall, but we are aware of his party, and we can infiltrate to gather more details. А, да, не надо даже делать ничего. Там Брандмауру было написано. Трива Донт Гоу. Нарушение наблюдения. Ну-ка, посетите местный отель Трива Донт Гоу, заприте гостей в их номерах, включите громкую музыку. Погнали, так, господи, где выход из этой квартиры? Someone's coming for you soon. They're aware of what you did at the Red Orbit facility. Okay. Hi. Yeah. It is. Okay. А почему все? Что происходит? Ладно. Вы были отключены из-за неактивности, пожалуйста, войдите снова. Выполните обнаружение сети, определите место доступа к целевому устройству NetDiscover. С
используйте команду Гидра для инициации несанкционированного подключения к устройству. Именно пользователи могут быть админ, рут или самим названием устройства без пробелов. Это имеет смысл, между прочим. Админ. Рут. Менеджер. Три ва донт гоу. Определите метод доступа к целевому устройству. Тут есть что-то пиново, идет пад, асос стрим. Что это? Гидра для инициации подключения. У меня нет такой команды. Пиново идет. Ну там пароль мне нужен. Что это такое вообще? Не понимаю. Просто это же пароль. Я не врубаюсь. Есть MAC-адрес, есть айпишник. А. Юзернейм. Попробуем админ. Я не знаю, вот как это работает. Я просто вроде вбил сначала, ничего не произошло. Попробуем айпишник этот. Хост не найден. Ну, значит, это либо root, либо это название этого пинового идиотпад, если это оно. Ничего, я просто два айпишника мне показывает, типа это что? О, оно есть. Что-то происходит. Я, походу, попал. Transfer new details данной карточки. Хорошо. Но это не совсем то, что мне было нужно. You details. Это не то, disconnect. Так, может быть, тогда попробуем первый айпишник. Вот этот. Ну, сначала root, потом админ, потом название. Само собой, тут уже более-менее понятно, как это работает хотя бы. Есть. Пароль, я сохранил его здесь. Какой ты добропорядочный человек. Я надеюсь, что если я скопирую его здесь, это, конечно, не должно так работать, но я скопирую его здесь и вставлю сюда, да. Идеально. Эмили Джонсон, Эдвард Дэвис, Рональд Грамп, Джереми Смит. Загрузите файл с именем Loud Music WAV. Бронирование, менеджер, интернет. Я дам им максимально возможный интернет. Live Music Event. Закрою, получается, все двери. Патрик Оливер, Александр Керн, больше никто не приходит сюда, абсолютно. Как я сюда что-то загружаю? Override password. Как бы мне, типа, так, хорошо, я получил доступ тут, как сюда что-то загрузить? Просто вот в чем. Но, кстати, made in service work через special sauna. Подожди, так я могу это сделать здесь, нет? Вот сюда, типа, просто загрузить. Delete this. Morons in the hotel. Важно, у нас было пару людей, которые вызывали проблемы. Комната 8 связана с одним из них. Нам пришлось предпринять необходимые действия. Загляните в R3 ERN для получения дополнительной информации.
Я там 50 секунд. Подожди, какая комната? Тут одни квадраты сплошные. Я могу что-то открыть, нет? Регистрация, бронирование. Ну, открывать я уже не могу. Куда-то подняться тоже. Двери все как бы закрыты. Ну вот, восьмая, да? Только восьмую могу попытаться зайти. Вот она мне нужна. А как я это сделаю? Райот. Вызвала пару людей, которые вызвали проблему. Комната 8 связана с одним из них, и нам пришлось предпринять необходимые действия. Загляните в R3ER00 для получения. Что вот это такое, R3ER00? Я, конечно, загружу. Так, найдите пароль от основного компьютера, запирайте гостей в комнатах, используя основной компьютер, исследуйте частную комнату. Я могу в нее зайти сейчас? Или, может, я теперь могу с основного компа ее открыть? Тут кровь. Подожди. Гостей-то как бы я уже запер. Я, в принципе, здесь все уже сделал, что мог. Найдите пароль с нового компьютера. Может... Подожди. Open the damn door, you idiot! Damn, why is the door locked? You think this is fun? That's it, I'm gonna call the cops! Damn you monkeys, I will sue the hell out of you! Как я должен это сделать? Я не могу ее открыть. Какая-то тупость. Мы пока не удаляем, это я еще не сделал, в принципе, можно сделать прямо сейчас. Никогда на этих кредитках нет особо ничего дорогого, но вдруг 90 всего лишь. Херня. Так, загляните в R3ER00 для получения. Что это такое? Админ версия. Есть какой-то айпишник. Что бы это вообще не значило. Ну-ка, может, я не знаю, может, надо типа сделать так. IP-адрес не найден. Тогда я не понимаю, что он от меня хочет. Да и хрен с ним. Какие-то максимально контринтуитивные штуки. Мне все равно за это сильно больше не заплатят. 9-й ранг. Хорошо. Музыка пропала. Верните мне музыку. Музыка. Играем. Так, получается, это я сделал. Можно сейчас немного подкачаться, да? Где у меня там...
Статус тревоги 2-2. Что-то я хотел, по-моему, сделать. Типа, порог, в принципе, 20% пойдет. Уровень анонимности, фактор анонимности хотел опустить до 4. Ну, тут 6% вообще. Ну, как бы, я думаю, тут понятно. Смотрим. Синяя Мираж. Сорвить следующее мероприятие сам Sing Along по презентации их нового мобильного телефона, заменив экраны их компьютеров на поддельное окно высот. Мне нравится эта идея, ребята. Это же такая бомба. Так, обновление. Составьте сообщение на электронный адрес цели. GoMail. Выберите подходящую цель, используйте в качестве атаки. Тут как бы примитивное, скорее всего, тоже будет такое задание. Потому что мы это делали уже неоднократно. Так, а... Credential Harvester, наверное, мне нужен. Мне надо просто доступ к его почте получить. Отчет какой-нибудь или нет? Встреча. Что-то по бизнесу это должно быть. Наверное. Либо же у него там была какая-то другая, нет? Сейчас я пока так сделаю. Короче, скорее всего, у него там было что-то написано в Твиттере, а то я перестал его читать. Тесла. Автомобиля, значит. Отлично. Так, QWERTY 1000, бро. Я тебя понял. Господи, у меня здесь какие-то страшные вещи выписаны, которые уже не нужны. Так. Почта, пароль. Host address, capacity. Так, вы определите основное устройство, подключитесь к серверу, используя доступный эксплойт. Boot PC, Boot A, High Quantum PC, Capacity, Quantum PC, Capacity Send, Action Send, Connect, Reroute Monitor Send, Receive. Этот? Потому что по всем айпишникам подряд будет очень мучительно сейчас это проверять. Могу. Видимо, оно. FTP Bounce Attack 1.0.0 есть. Я это помню. Но правда, там на этих компах могут быть не та информация, которая мне нужна. Да, на нем ничего нет. Включить сервер, используя доступный эксплойт. Просто я бы понимал еще, что чем здесь может являться основной. Тут есть коннект. Тут несколько коннектов. Capacity. Вот ресив. Есть. Они все взламываются одним и тем же эксплойтом, я понял. Просто поменяешь айпишник. Просто смотри, монитор — это отслеживание, рераут — это перераспределение, send — это отправка, receive — это, ну, типа, принятие. Есть connect, вот этот. 3540, 4373. Но это вот он же здесь. Тот же самый айпишник, connect. Что-то... Capacity — это объем хатста. Я заколебал этот трек. Все 367, 3040. Ну тут типа многие айпишники, они повторяются, смотрю. То есть по факту можно проверить вот этот. Этот я уже проверял.
который 30-40, да, 30-40, 30-40. Сейчас, рано или поздно я попаду. Рано или поздно это будет оно. Но это не оно. 30-40, 75-30. 75-30 я пробовал. Как он определяет тогда, кому он подключается? Не очень понятно. 64-36 еще может быть. Кстати, 64-36 больше нигде нет. Возможно, это все-таки вот этот. Ну-ка, дай, подожди, я попробую. Это типа единственный айпишник, который не повторяется. Возможно, от этой логики надо отталкиваться. Хер там. Я понимаю, что я делаю. Абсолютно. У меня просто есть набор айпишников. А 75, 38, 53, 76 где-то есть? Есть. А я его пробовал? Вроде нет. Да, пробовал. Тогда остается только в... этот? 75-30? Я его... я его как бы открыл, но... не попробовал зайти на него. Корписи. Что я должен сделать, твою мать? Тридцать сорок, 75-30, 36-76, Quantum Connect. Я все перепробовал, по-моему. Кроме, может быть, вот этого. Корписи монитор. Буквально только что его вбивал. Пятьдесят три, семьдесят шесть, вроде как тоже, да? Ну да. Что за задание? Оно. Непонятно по какому принципу, правда. Загрузите файл с именем BSOT.exe и лаунчер BSOT.ps1. Где это? А. BSOT.exe upload. И лаунчер BSOT.1. Загрузите реальный вирус. Не обязательно. Какой? В смысле, не выбрано ни одного файла. Launcher BSOT вот у меня стоит. Алло? Любой вирус? Давайте закинем им Elexsearch. Я им несколько сейчас, я им сейчас Elexsearch, Corruptor XE, давай. Ой. Или не, не Corruptor XE, этот, Circuit Control. Я им все накидаю туда. Кстати, насчет вот этого там, то, что у меня есть, вроде как, безразлично, моральное выравнивание. Это в минус, да, как я хотел, по идее, наверное, не уверен.
13%. Так, хорошо. Проблемы. Найдите новоустановленный сервер, на котором проводятся отложенные мероприятия, и запустите вымогательскую программу для эффективного прерывания остановки процедуры. Скомпилируйте исходный файл вредоносного ПО WannaCry с помощью терминала, если этого еще не сделано. Это и действительно еще не сделано. WannaCry — это где? Там еще инъекция требуется. Куким WannaCry. Так, пока что смотрим, что мы взламываем вообще. Ищите в интернете дополнительную связанную информацию. Целевой атаки на наш сервер Cloud, он был отключен, что вызвало задержку в проведении мероприятия. Теперь мероприятие пройдет завтра. Пустите стенд. И, видимо, мне нужно прогуглить сервер. Сервак. Такие опционалки, которые особо не то, чтобы прям интересно выполнять пока что, как я могу заметить. Так. Вышли из сервера. Мы ранее подчеркивали, что отсутствие защиты, но сам Тингонг не прислушались к нашим предпочтениям. Теперь они стали жертвой кибератаки. После дополнительного изучения их другой сервер, предназначенный для предстоящего мероприятия, остается недостаточно защищенным. Посмотрите сами, скачайте. Это ссылка, конечно. Где начинается здесь ссылка? Просто интересно. Zip. Source web URL. Что это за херня? Вряд ли я вот так могу взломать. Или могу, файл не найден, ну естественно. Так. Файл не найден. Ты угораешь? Что это? Что это за ссылка такая? Я вижу zip, я вижу архив, но как бы я не знаю, может быть вот так. Файл не найден. Что за тупизм? Подожди, ну-ка еще раз. Я сейчас просто эту ссылку выпишу сюда. Я не знаю, может, надо что-то заменить. Читайте твиты. Больше там ничего вроде не было. Ну, я потому что, скорее всего, должен как раз файл отсюда забрать. Потому что стенд. Офигент, это все не то. Нет, есть, конечно, какой-то айпишник, но его не существует. Я не пробовал целиковую, да, пробую целиковую, но он же ее затемняет. Или это реально ссылка такая? Зачем так делать? Ну да, это оно. Так. Найди точку входа в систему, команд connect. У нас есть файл. Так, в смысле команду hash to john, crack to john. Угу. Это просто зашифрованный файл. Ок.
Эш, тут Джон. Сейчас мы его подломаем. Пароль подберем. Так, хэш создан. Крэк тут Джон. Something wrong. Бам. Он должен выдать мне пароль. Так, файл с паролем создан. Где он? А, в паролях. Бам. Так, ID, Remote Connect, ID. А, теперь вот эту штуку мне надо заинжектить в... Где у меня malware WannaCry, получается? Вот этот файл надо мне сделать. Вот это я не очень понимаю, Remote Connect. Как мне это же Nmap-а мне не сделать или сделать? Как туда зайти? А, Connect. Наверное, там в отеле тоже были куки, типа, надо было через Connect просто зайти. Теоретически. Смотрите, MAC-адрес сервера TED я уже сделал. Все получается. Homepage, да, просто malware. WannaCry injected upload. Я не дам им жить. Эта компания не будет существовать в этой реальности. Найс. Ну так, денег подзаработали немного. Так, malware только вот инъектированный. И вот это тоже можно инъектированно тоже удалить. Отлично. Что дальше? Нарушение наблюдения. Прыгните на день рождения, замаскировавшись под работника, установите вредносное ПО на устройство мониторинга вечеринки. Скомпилируйте исходный файл вредносного ПО ZEUS. ZEUS. Без инъекции, без инъекции. Хорошо. Cook ZEUS. Готовлю Зевса. Буквально. Ни хрена, кстати, опыта навалило. А чё, больше 10-го-то уже ничего не будет. А тут на маркетплейсе уровень никакой нет, не меняется. Интересно. Так, malware есть, окей, хорошо. Выходим на днюху. На этот раз без угроз. Здрасте. Найдите ближайшую систему мониторинга во дворе, найдите точку входа в систему. You, what are you doing here? You should be back there preparing for the party. Подключитесь к серверу, используя доступный эксплойт, загрузите ZEUS, по желанию внедрите MAC-адрес системы мониторинга в Circuit Control XZ, загрузите его, чтобы вызвать ложную пожарную тревогу с местного Wi-Fi. Тут есть IP-шник, вот этот мне нужен, 50... Так, мы сначала Nmap-ом, видимо, проделываем, что там? 50, 53, 175, 150, 50... 53, 175, 150. Да, я на всякий случай себе сюда это сохраню. Пусть будет. Так, а MAC-адрес я найду. Я надеюсь, Eternal Blue 103. Надеюсь, что он существует. Так, ну мне тут нужен только ZEUS. Главное, чтобы сейчас это не закончило задание целиком. Был найден, требует взлома. Так я просто сейчас... Вот, MAC-адрес есть. Господи, инъект... Таргет...
файл Circuit Control. Circuit Control есть. Кто его будет взламывать? Зачем? Уходи и иди домой. Был загружен. Everyone, please remain calm. We have a situation. Что происходит? Там стреляли, мне, по-моему, маловато платят. Нет такого ощущения? Так, мы можем купить музыку. Music Pack 3. Так, новые обои должны быть еще самые крутые последние. Давай поставим какую-нибудь... Вот ее. Прекрасно. Медовая ловушка. Исследуйте отслеживаемые данные со дня рождения и настройте медовую ловушку, чтобы заманить Джордж в ловушку. Проанализируйте файл, чтобы обнаружить потенциальные улики, связанные с обтамыванием денег и любыми паролями. Поищите в архиве дополнительную связанную информацию. Здесь локации, тут есть... Ё-моё. Паролем. Связана информация. Джордж Уизли, Рекрафт Трансфер. Operation Code Properties Elysian Villa, Phantom, Rolls-Royce Phantom, Lineage, Microslot. Тут есть целая хрен пойми что. Подожди, проанализируйте файл, чтобы обнаружить потенциальные улики, связанные с отмыванием денег и любыми паролями. Ну, предполагаю, что здесь они есть. Поищите в архиве дополнительную связанную информацию. Так Джордж Уизли, может быть, как раз по нему есть какая-то инфа. Информация не найдена. Так, ну... MLX-400, что бы это ни было. Network Alpha XO Elysian View. Но это properties, я не знаю, это просто как бы локации, документы какие-то есть. Rolls-Royce Phantom. Embraer Lineage 1000E, что бы то ни было, конфиденциальный какой-то полет. Microslot, George Weasley, Moss Delivery, Real Estate Transfer, Money Delivery, вот что это было. MLX 400, 4000, вот эта херня, Root, Network, Alpha. Оно. Джеймс Эрл, отставной член картеля Синдикат 1, был обвинен в организации схем отмывания денег, однако после дальнейшего расследования обвинения были сняты. Кто ты такой? Я уверенно считаю, что Джеймс Эрл не имел отношения к недавней колумбийской операции. Если вы помните Джеймс Биллингема, у него был друг, имя которого я забыл. Тем не менее, их операция была раскрыта. Я думаю, что власти закрыли дело по какой-то неизвестной причине. Его пометили как... вот так. Джеймс Биллингем. Еще его можно в архиве прогнать. Нет. Аккаунт в Твиттере. Аккаунт в Твиттере — это маловато. Страстный приверженец образования знаний, днем педагог, ночью следователи тайн жизни. Здесь высказываются мои личные взгляды. Нью-Йорк Эдюкейтор. Ничего необычного. Джеймс Эрл не имел отношения...
Вот это я не понимаю, что такое. Но можно попробовать, это Пентагон. Пентагон. Власти отменили дело, связанное с операцией по отмыванию денег Диего Санчес, предполагая сотрудничество с сенатором. Транзакция была проведена через Paris Carrier, сервер вернул следующие значения. Куки есть. Так, сейчас это в новом терминале скорее сделаю. А, нет. Найдите пароль от электронной почты цели, войдите, определите точки входа в систему. Я только что завершил две операции. Удивительно, что на первой вернула ошибку при входе в систему. Возможно, также требовался ЛЕ. Как бы то ни было, это сделано. Используйте тот же адрес электронной почты, что и я здесь. Это просто было. Entertainment, новый аккаунт. Старый аккаунт. Углубить для получения дополнительной информации. Но я вроде как углубился, я не уверен, правда, насколько. Типа тут есть Диего Санчес еще. Так, чисто ради интереса, просто посмотреть, что здесь есть. Не знаю, даст ли мне это что-то. Файл это я скачал, пароль сейчас будем искать. Окей. Так. Это куки, через которые я сюда подключился. Две операции, удивительно, что использовать JavaScript почту, что и я здесь. Я не знаю, что новый аккаунт, типа... Это же не аккаунты? Или это могут быть, может быть, логин, пароль? Place new station, а старый аккаунт? Двоечные аккаунты продал, понятно, на эти два можно не смотреть тогда. Вряд ли. Вряд ли я смогу, типа, написать туда, да? Что такое EL1000E? Просто видишь, через нижнее подчеркивание написано, как будто намекает, что надо харвестером прогнать. Кто-нибудь получил какие-либо обновления относительно самолета Lineage? Он должен был прибыть в наш мотель для некоторых арендных услуг, но я не нашел от них ни единого слова. Отправлен на Арнольд Джейси. Какой-нибудь аккаунт в Твиттер, возможно, да, есть? Beverly Hills No Tell Motel. Получено загадочное сообщение о самолете Lineage, но оно зашифровано непонятно. Отправлено пользователям из темного веба под именем In the Flame We Go. In the Flame We Go. Пентагон? Nope. Harvester? Больше у него в Твиттере ничего нет интересного. Полиция Лос-Анджелеса имела предварительное знание о нашей прошлой операции и даже получила доступ к нашему серверу, однако я успешно провел уловку и спрятал документ в слое привилегии администратора, поэтому они ничего не обнаружили. Кроме того, почему мое предыдущее сообщение до сих пор не удалено? Удали эту дрянь, чувак. VPD почти застал меня врасплох, мы не можем рисковать отправкой большого количества кокаина, ребята, подвал отеля почти полон, и генеральный директор остается в неведении. Тем не менее, у меня есть план Б, в случае, если полиция Лос-Анджелеса снова узнает о наших операциях, мы повесим это на синдикат МС. Я это все, пожалуй, сохраню.
Потому что это много инфы, но здесь есть айпишник, и он скидывал файл, который, возможно, я сейчас могу оттуда вытащить, но это не точно. Я даже могу получить доступ к сразу же с каких-либо проблем. 1.0.0 IP. Привилегии администратора, но я не смогу получить к ним доступ на удаленном. Окей. Тогда можно попробовать вот это пробить. У меня такое ощущение, что это какая-то бесконечная просто дыра. Типа я вроде такой прокопал. А там еще одна дыра. Я опять прокопал, а там еще одна дыра. Юзеринф, только MAC-адрес есть. Есть только MAC-адрес, который мы, конечно же, сохраним на всякий случай. Что я могу сделать с MAC-адресом? Только инъект? Я не понимаю, как я пароль должен получить. Вот совершенно. Куки имеет значение. Давай попробуем написать на эту почту. Мне кажется, что типа credential harvester нужен, только я не знаю. Путешествие. Они занимаются перевозками, да? Встреча. Отчет. Время срать на почту. Еще раз, на это я что нашел в архиве? В архиве ничего, а про харвестил сообщение, да? И вот Арнольд Джесси только появился, которого не в Пентагоне. Тут у него только Твиттер. Дальше только In the Flame We Go, что упирается в просто тупик, потому что это MAC-адрес, с которого мне совершенно нечего делать. Потом, да, потом он мне выдал мастера кокаина, соответственно, его я тоже могу вот так вот пробить. В архиве о нем ничего не будет. Так.
Так, а это я делал макадрес чего? Мастер Кокейн как раз. Ага, да. Если пытаюсь типа сделать... Ну это куки value должен быть. Эй. По-моему, я что-то еще могу делать с макадресом. Но я не помню что. Подтверждение данных, уязвимость безопасности, повышение привилегий, шифрует файл жертвы, требует выкупа, обмен на ключ дешифрования, маскирует сигнализацию. Действие их пользователя, вызов аномалии прошивки, задняя дверь, основной доступ к серверу. Я подзапутался, конечно. Синдикат 1 — это что? Так, нельзя гуглить. Если вот так вот фул. Такое ощущение, что я каким-то образом уже должен был получить пароль, я не понимаю как. Полиция Лос-Анджелеса имела предварительное знание о нашей прошлой операции, даже получила доступ к нашему серверу. Однако я успешно провел. Подвал отеля полон. Просто по-другому не пишет. Там просто ничего уже толком не осталось. Я не знаю. Дай-ка еще раз этот сервак. Еще раз файлы, которые у меня были, еще раз этот сервак посмотрю. Без понятия вообще. Там, правда, больше ничего не будет, потому что я удалил. Но если этот файл почищен, то, как я понял, мы с ним все равно ничего сделать не могли. Так что... Это особо не имеет значения. Тут только вот кокейн был, вот это вот файл, который ничего не дает буквально. Я мог бы, конечно, загрузить с вот этим MAC-адресом, который у меня есть, сюда какой-нибудь файлик типа, я не знаю, заинжектить его во что. Вредоносные эффекты? Нет. Использование уязвимости безопасности, повышение привилегий в сети? Ну, может быть, но сомнительно. Шифрует файлы жертвы? Нет. Разработали вызов аномалии прошивки, имитирующий эффект перегрузки питания путем изменения управления питанием в прошивке? Тоже нет. То есть можно пробовать типа NetStorm, но я не знаю, я не думаю, что это то, что надо делать.
Как бы я это сделаю, хорошо. Сервак засру. Мне надо информацию искать, потому что это не то. Какой-то тупик. Какой-то тупой тупик. Монитор дата бердей патя. Еще раз, то есть у меня была вот эта вот история. Вот эта вот. Это не Mind Delivery, 3 миллиона, MX, сюда я залез, потому что все остальное не имеет никакого смысла у него вот тут в документах. Поэтому как бы меня интересует... Нет, меня интересует даже вот... Подожди, вот это вроде. Нет. MLX400. Я это закидывал в архив. Нет. Как я, с чего я начал? Network Alpha, я уже все, я альтабом уже работаю, я уже в этой игре, понимаешь? Вот, Джеймс Эрл, основной член картеля Синдикат 1, был обвинен в организации схемы отмывания денег. Синдикат 1, это что? Это кто? Это ничего, если я... Синдикат 1 на Harvester я проводил, соответственно, Джеймс Эрл. Это пока пусть остается здесь. Это мне в таком количестве не нужно. Это мне, в принципе, тоже не нужно. Потом я взял. У меня есть инфа. Где? Вот, Джеймс Эрл. Джеймс Эрл. Мы его сначала проверяем в архиве. Инфы нет. Я открываю Twitter. Пользователь не найден. Соответственно, мы открываем Harvester. Пишем Harvester Джеймс Эрл. Он мне должен выдать как раз... Вот, я уверенно считаю, что Джеймс Эрл, наверное, не имел отношения к недавней колумбийской операции, вся херня. Есть еще какой-то непонятный совершенно код. Можно попробовать, кстати, дело закрыли. Может, типа, Harvester'ом на вот это сделать. И можно архив еще проверить тоже. А, ну здесь был куки, все правильно. Да, Джеймс Эрл не имел отношения к недавней колумбийской операции. Если вы помните Джеймс Беллингем, у него был друг, имя которого я забыл. Тем не менее, их операция была раскрыта. Соответственно, эту штуку я прогнал. Был еще Джеймс Беллингем. Джеймс Беллингем. Здесь о нем информации нет, по-моему, у него просто аккаунт в Твиттере. Да, это вот этот чел, который не наводит вообще ни на что, буквально. Можно, конечно, провести на него Harvester тоже. Но, по-моему, я это тоже делал. Не уверен. Так, а вот это дело еще раз. Отмывание денег, Диего Санчес, Paris Carriers, сервер вернул следующее значение. Вот Paris Carriers. Какая-то может быть информация, типа Harvester тоже можно сделать, Paris Carriers. Twitter может быть, Paris Carrier, нет. Да, потому что по факту все, единственный путь, который мне тогда выдается, это то, что вот у меня есть вот эта штука, которая выдает мне куки. Вот этот. Я к нему подключаюсь. Получаю два файла. State of Delivery, вот этот... С Джорджем Уизли, ну как бы у меня это уже и так есть, и Complete Operations. Я получаю вот этот файл, который только что завершил две операции. Удивительно, что на первый вернул ошибку при входе в систему. Возможно, также требовался LE1000, чтобы это ни было. Используйте тот же адрес электронной почты, что и я здесь. И Entertainment, я не знаю, можно попробовать вот эти его пароли к этой почте, но я не думаю, что это звучит как бредятина полная, если честно.
Ну, допустим, давай попробуем. У нас есть... сейчас очень-очень много всего. И очень мало мониторов. Ну, типа, вот это точно мне не нужно. Вряд ли. Вряд ли. Ну да, то есть эти штуки вообще... они нужны только, чтобы продать аккаунты. Я не знаю, что надо сделать. Потому что дальше у меня есть только LE1000E. Я это закидываю в архив, получаю информацию не найдено, потому что это надо делать в... в этом, в Харвестере. Кто не получил относительно самолета Lineage, он должен быть готов. Арнольд Джесси, я не знаю, Lineage. Ноль инфы. Ноль инфы, Арнольд Джесси. Что я тоже уже делал, это я помню. Я просто не помню результат. Так вот по кругу хожу. Арнольд Джесси, по-моему, должен привезти вот сюда, нет? Твиттер. Да, In The Flame We Go, Lineage. Какая-то просто бесконечная херня. Директор остается в неведении, есть план Б. Синдикат 1МС. Вот что за синдикат 1МС? Очень хотелось бы понимать, но я не понимаю. Харвестером его не проверить, потому что там точки. Спрятал документ в свои привилегии администратора. Может, мне надо на этот сервак закинуть файл, который... сейчас, подожди, здесь же есть штука, которая... повышение привилегий в сети. Да, но это NetStorm, я, в принципе, туда-то это и залил. Просто это дало мне ровным счетом ничего. А все это время вообще надо просто пароль найти, как бы это не имеет отношения к этому конкретному делу. Только вот он у меня здесь и есть. Очень странная херня, максимально странное дело. Просто огромное количество инфы, не ведущее ни к чему. Я не знаю, это пароль? Я не знаю, я подумаю, посмотрю, что можно сделать. Видимо, еще поковыряюсь, но мы закончим это дело уже в следующей серии, я так понимаю, потому что иначе это затянется. Я не знаю, что надо сделать. Я сейчас еще пересмотрю, подумаю и что-то попробую, возможно, к чему-то приду. На этом пока что все. Так что, если вам понравилось видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Подписывайтесь на телеграм-канал, на Boosty, все ссылки есть в описании. Всем пока!